Документальное кино, игровое, мультипликация и мультимедиа в программе 42-го студенческого фестиваля в ГИК. Во всех филиалах Института кинематографии проходили просмотры конкурсных работ. Мы побывали в нашем киновидеоколледже. В шорт-листе фестиваля есть работа сергиево-посадских студентов. «Посадский» очень хороший мультфильм, мне очень понравился. Во-первых, там как бы единство формы и содержания, там очень такой вот этот психоделический стиль, который прекрасно вот ложится на музыку Цоя, по-моему. Мне очень-очень понравился, очень сильный мультфильм. Мультфильм к 60-летию Виктора Цоя понравился и зрителям-непрофессионалам в мультипликации. Показ был открытым, и в зале была не только молодежь. А вот мультфильм «Визионер» по работам Босха вызвал споры. Кому-то был непонятен, кто-то, напротив, отметил как прорыв. Это прям такой прорыв технологический, я бы даже сказала, несмотря и режиссура там на уровне, в общем, это прям у меня большое впечатление произвело. Сыпучей техникой работают люди, тоже приятно, потому что ее как-то подзабыли одно время, а сейчас снова вернулись. Ну, конечно, вот сейчас посмотрели методом пикселяции, это очень сложный метод, когда отбираются кадры и совмещается все. Вот этот в поисках мозга, он, во-первых, с технологической точки зрения очень мастерски выполнен. Ну и потом он смешной. Мало смешных, вы знаете, чувствуется какое-то такое вот, ну, мрачноватое настроение, что ли. Это какое-то отражение общей тревоги, времени. Анимация и мультимедиа, как и игровое кино, и документальное – язык общения режиссера со зрителем. И несмотря на то, что обыватель воспринимает мультфильм как детский жанр, фестивальные работы повествуют о сложном и важном. Прям сквозной нитью через все работы проходит вот это отношение «я и мир», «я в мире», «мое место», «моя состоятельность», «добро и зло», «любовь». Это какая-то борьба. И я смотрю на эти работы, и я понимаю, что творится в душе у этих ребят, ну, то есть у целого поколения ребят. И для меня это важно, потому что я понимаю, что вот только посмотрев это, ты можешь сказать, что ты можешь с ними общаться, понимая их. Итоги первого этапа международного студенческого фестиваля в ГИК подведут 28 октября. Болеем за наших. Оксана Мирошникова, Антон Коврижных. Программа «События».